Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сейчас я нахожусь в центре, практически в центре Москвы, где есть такой вот чудесный островок древности. Это Крутицкое подворье. Ну что ж такая собачка тут прям прицепилась, да? Вот. Значит, я нахожусь на Крутицком подворье. Вы знаете, его не видно ни с каких набережных, площадей и прочее. То есть этот островок находится между домами, и не все о нем, наверное, даже знают. Ну, москвичи-то, наверное, знают, но приезжие не знают. Хотя это очень старинное древнее подворье. Здесь раньше находилось село Крутицы, еще в 9-10 веках. А потом здесь проходил путь на Коломну, дорога, и был основан монастырь. Монастырь был основан в 13 веке. Вы знаете, у меня уже есть видео, снятое в Крутицком подворье. Я снимала его летом, прошлого, по-моему, года. Или даже, нет, весной, наверное. Весной я его снимала. Но тогда здесь не было этих лесов. Вот, я рассказывала там то, что смогла прочитать. Я в описании оставлю подробно о том, что это за подворье, какое это подворье, кому оно принадлежало. И просто я не хочу вот это все заучивать наизусть и как бы не совсем точно, может быть, выдавать какую-то информацию. Я не историк, я не гид. Ну вот тут написано, что это вот, например, Успенский собор, пожалуйста, 1680 года. Вот. Вот такие домики здесь симпатичные. Там был проход, я не знаю, можно ли теперь где-то пройти. Наверное, нельзя. К сожалению. Здесь идет реставрация. Там еще дальше есть продолжение. Посмотрим, такие старинные стены. Старые. Очень старые храмы. В таких местах как-то особенно ощущаешь историю. Чувствуешь, что... Вот, смотрите, Успенский переход, 1693-1694 год. Изочие указаны. Памятник архитектуры. Вы представляете, сколько лет вот этим вот стенам? Сегодня очень теплый день. Очень приятно здесь гулять. Я не знала, к сожалению, что здесь проходит реставрация. Это вот очень красивый надвратный храм здесь. Там мозаика так хорошо выложена, красиво. Но он, конечно... Тогда я еще была здесь летом, я тогда еще говорила, что пора его ремонтировать. Что-то мне показалось, что он совсем у них тут рушится. И вот я рада, что действительно они его сейчас отреставрируют, потому что такие памятники надо, конечно, сохранять. 1694. Крутицкое подворье, Воскресенские переходы. Сейчас покажу отсюда. Как будто не в Москве, правда? Ощущение, что где-то в каком-то таком маленьком провинциальном городке. И совсем не чувствуется, что здесь вот недалеко, совсем проходит оживленная магистраль. Набережная вот там с левой стороны, мост огромный. И практически центр города.
Сейчас я тут пройду, попробую все-таки выйти вот в эти ворота. Так, здесь у нас написано, это великому реставратору Вороновскому. Российское подворье митрополита 14-18 веков. Вот, реставратор, молодцы. Молодцы. Что восстанавливали, это всегда чудесно. Сейчас попробуем пройти туда. Тут еще что-то тут написано такое. Это что такое? Парадные ворота с теремком. Но дело в том, что ворота закрыты сейчас. Ну, вот. Тут вот такое. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Там тоже что-то восстанавливают. Вот так это выглядит. Конечно, переходы хороши. И храм очень-очень красивый, старинный храм. Ну, как всегда, во время моих съемок включается жужжалка. Жужжалка включилась. И выключилась. Слава Богу. Будний день, никого народа нет. Здесь находятся офисы. Смотрите, как одна часть здания отреставрирована, отремонтирована, а вторая часть еще такая вот. Терем. Трубы такие вообще. Это такие трубы видела в Ленинграде. Вот такие вот длинные, высокие, такие внешние, такие. В старых домах в Ленинграде. Вот тоже такие трубы. Он опять там жужжалка включилась. Прям красота. Хорошо, что восстанавливают, хорошо, что не забрасывают, хорошо, что действительно этим занимаются. Вот такие окошки. Ставни такие интересные. Трубы просто прелесть. Не знаю, может, не трубы. Наверное, трубы. Так, прошлась. Здесь развалили какие-то старые дома. А здесь уже
новые дома. Все, подворье здесь заканчивается. И можно, наверное, спуститься, так думаю, на набережную. А может и нельзя. Вот так вот. В моем летнем видео я не заходила вот сюда, вот за эти домики. Я снимала только храм в основном. Здесь, конечно, так уныло все. Порушено, поломано, дома все развалены. Но в целом все равно радует. Радует, что вас занимаются этим. Ну вот так вот мы с вами гуляли сегодня по Крутицкому подворью. Сегодня тепло, я здесь работаю недалеко, и просто захотелось пройтись где-нибудь по красивым местам. Я сегодня сходила здесь, зашла в музей воды, но я не стала эти два видео объединять в одно, хотя здесь буквально пару метров пройти от этого подворья до музея воды. Вот, поэтому ну, надеюсь, вам понравилась эта старина московская. Кто не знал, что здесь находится подворье, можете приходить, посмотреть. Ну, кто знал, тот знал. В описании я выложу все подробно об этом подворье. Почитайте, кому интересно. Ну, а я буду с вами на этом прощаться. Наверное, в этом видео уж точно. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. На сегодня это все. До встречи, пока-пока.